что ж, мы приступаем к полуфиналам наших шоу-матчей. Команда «Локомотивис» и команда «Лайонс» представляют нашу первую игру в полуфиналах. Это Бо-1, Best of One, то есть игра будет явно трайхардерская. Ну что ж, посмотрим на то, что ребята здесь уже выбирают и напикали. Большие приветы все друг другу передают. Ну а вообще, Деваур неоднозначный, достаточно hidden ban от Легиона и Deadwood. Офелия и Темпест от hidden ban от Хеллборна. First пикнут был Баблс, отвеченный Monkey King и Пиромансер для команды «Лайонс», играющий за Хеллборн. Лайонс — это Ханскин, Супер КГЕ, Джонасон Фан, Сил Кид и Флинтсмайзер. Джонасон Фан, кстати, бывший тиммейт новый, на всякий случай хочу вам об этом сказать. Интересный сравнительно локпик. Похоже, что Легиону и Нова Скваду достанется Кипер, а также уже есть Магмус и Джимини. Гиминаем, смогут ли ребята играть? Это интересный вопрос. Как бы... Певия в этой игре уже нет, он известный на Гимине. Посмотрим. Хеллборн ответил в Рэчет Хагой. Теперь же разбираем локпик. Keeper of the Forest, Паразит, Берзеркер, Алуна, Мастер of Arms и Shadow Blade никому, я думаю, не нужны. С Keeper of the Forest, я думаю, локпик мы и начнем. Ну а полуфиналы, в которые, кстати, добрались, в общем-то, только европейские команды, это ВДТ и Локомотивчики в группе А. Лайоны и Four Friends и Буч в группе Б. И, собственно, Four Friends играет против ВДТ сейчас в параллельном матче. А в этом матче мы с вами рассматриваем игру команды Локомотивис против Лайонс. И это не кипер ферст пиком. Не кипер. Почему-то именно Мастер Вармс, ребята, решили выбрать с самого начала. Где тут кто-нибудь из... Вот, ВДТ. На самом деле странно, вот Кипер, такой персонаж, он очень классно блочит Манки Кинга, просто он в салат. Да, много армора, много невозможность продолжить его комбо. Действительно, Кипер против Манки полезен, но Нова решил фпшнуть не его, а именно Моа. Ответили сразу Keeper of the Forest и Паразитом, команда Хеллборна и Лайоном. Мне кажется, здесь уже чисто по пику как-то полегче, что ли, будет. Хага, куда себя притулит она? Наверное, Изи Лайн. Хардлайн, наверное, кипер, в лесу паразит, или оба леса займут лайны. У Легиона же лесника нет ни одного, хотя, в общем-то, потенциал неплох, и Гемини сейчас достаточно неплохо выступает в тимфайтинг-сценах, но доедут ли ребята из Легиона до той стадии, когда Гемини будет решать? Непонятно. Легион, Баблс, Мастер Вармза, Луна, Магмус и Гемини. Нидримейк пишет, Джолем, сори. Может, не свапнулись, может, еще чего. Но Лайон и Паразит, Monkey King, Keeper of the Forest, Пиромансер и Ratchet Hug. Сейчас сразу же Волт ремейк, и, конечно же, никуда это не денется. По-любому ремейк дадут. No chat, please. Ждут. Где ремейк? Wrong Heroes. Ну, как бы не свапнулись, это было вполне логично. Ждем реинвайта в ту же игру. А параллельно можно сказать о том, что Four Friends против ВДТ. И ВДТшкам Певи тоже дали Гемини. В вторых полуфиналах такая же история. Гемини, Темпест, Лоудстоун, Баблс и Глациус. Как им дали всех этих персонажей, даже так сразу и не поймешь. Сами что-то такое, знаешь, интересное и не такое сильное пикнули. Да, ну здесь, в принципе, Фейда, Вайлдсоул на хардлайне, Силка. Вроде бы все тоже не сильно плохо, но очень зависит от того, чтобы все выигралось. И от фарма Вайлдсоула команда Хеллборна, Four Friends зависит сильно на самом деле. Ну и от силуэтки, соответственно. Ну да, от Вайлдсоула и Силки. У Легиона как бы в Гемини сомневаться, я думаю, у нас нет никаких причин. Очень сильный Гемини Певи. Опять же, интересно лайны. Да все понятно, в принципе. Ну, Фейда, Пиромансер, Мид, да. В лесу Кипер, Вайлдсоул на хардлайне и Изилайн Силка. Ну да. А у Легиона, наверное, хардлайн. Хотя, нет, хардлайн Баблс, да, Лоудстоун, наверное, мидл, Изилайн Гемини и саппорт, где пригодится. Поскольку он первого левела, я думаю, что он с Гемини пока что стоит. Да, он ему стакает, там, развлекается по полной всеми саппортовскими делами. Да, и он, видишь, стилит экспу явно у Гемини, потому что Гемини четвертый, и Вайлдсоул тоже четвертый.
Ну, с экспой пока я вижу, у Хеллборна гораздо лучше дела обстоят. Ну, соло силуэточка, лесной кипер. Фармит быстро. Это ж кипер лесной. Не, пока там затишье в игре. Да, фрагов пока нет, 3,5 минуты уже игры. Но чем мне не нравится вот пиромансер, знаешь, как он хорошо вот с фейдой будет стоять на меде, да, естественно. Но он к ней привязан, он не может пойти к силуэтке или к медведю. Ну, медведю там корни, это нестабильность. И он просто не может пойти на другой лайн и что-то как-то помочь. Ну, то есть, знаешь, только как-то отдефать. И все. Да, интересно, как Силка фармит сейчас, но я думаю, что у нее все в порядке. Ну, скажем, вот у Лайонов сейчас пиромансер гораздо больше может, чем... Чем в исполнении, да, да, Бучевский. Софренс и Буча. А вот у этих, у ВДТ, там и Глацик есть, который туда-сюда может подойти, и Bubbles, и Лоудстоун, и Темпест может выглянуть, а, ну, Гиминит, понятно все. Опять ничего не получилось. Три свап, говорят, не могут. Кто-то не может что-то пикнуть. Не легаси аккаунты у него. Teal has no tokens. Не может он кипера пикнуть. Кипер-то пикнут. А, кипер, да, no token hero. Pick another hero and ready. Ну, это... Кьюти Артём не может пикнуть героя. И у ребят это был кто? Вот я не помню. Мидас. Ну, нормально. Почему бы и нет? Еще один ремейк будет у этих ребят. Еще разочек. Опять не получилось, что три свап говорят, то есть попикают героев, которые доступны к пику. И еще раз ремейкнем. Но мы продолжаем дискутировать. Даже, в общем-то, мы можем... А, не, не можем. Заглянуть к ним в игру не можем. А можем. Заглянем к тем в игру, а потом вернемся... Чтобы наши рассуждения как-то немного подтвердить, заглянем в игру For Friends and Butch против ВДТ. И мы видим, что тут, в общем-то, 0-0, как мы и предполагали, и видели, но... за Хеллборном все-таки 1000 экспы, благодаря леснику. Посмотри, токен фейды. Ого! У которого осталась минутка. Тут был, да, был Кангор на первом левеле. А, ну так, вот тогда это тогда все выглядит... Тогда принял, да, определенный... Смысл. Ну, больше смысла, скажем так. Да, действительно. Ну, раз токенов иды мид ни разу не пытались даже ганкнуть, понятно почему. Понятно, откуда косарь экспы, не говоря уже о леснике. Лесник, правда, есть у Легиона, да, у Темпест. Угу. И, в принципе, Темпест фармит лучше, чем Keeper of the Forest. Вот ты глянь, наш же инвайт у него. Вроде бы все Давай персонажи выйдем. Хорошо подходят под лайны, но они еще пикнули так, что почти каждый персонаж имеет исключительную полезность против Рошана на первом левеле. Ну, помимо фейды. А так там и силуэтка, и медведь, и кипер, пирик. И пирик. Да, все полезные. Мы вернулись. Ну тогда действительно пик этих ребят стал куда более оправданным, учитывая токен, учитывая дополнительную экспу и голду. Хотя, что интересно, голда на текущий момент, когда мы только что заглядывали в игру For Friends, была на одинаковом уровне. То есть Легион, ну как бы я же говорил, Темпест более сильный лесник, чем кипер, он фармит лучше. Ну, если ему не мешать. Привет, Нови. Ну да. Все на месте. Очередной старт этой же игры команд Локомотивис против Лайонс. Три свапа сейчас. Да, три свапа, по идее, должен быть у команды Легиона. Кого-то они могут пикнуть. А Луну дали. Магмуса теперь, по идее, свапнут. Ну, Мастер оф Армс там был. Да, там был Моа. Да, теперь вроде бы все на местах. Ready up. Magmus. Wretched Hag. Good luck, have fun, все желают, и надеюсь, что эту игру мы все-таки начнем. У For Friends до сих пор 7-я минута, и уже 2-0 в пользу ВДТ.
Tempest имеет фраг, и Lodestone имеет фраг. Интересненько. Hardline это, сыграл это, свою это роль. Это на миде они подошли. Да, наверное, мид подгангали. А, ну, собственно, причем, может, Фейда и Пирик мертвые, причем, да. Причем, что там токен, наверное, как-то снесли. Ну, закончился, мы же заходили 60 секунд. Ну да, было 60 секунд, но они... Закончился потеряли. Токен и сразу... Или, знаешь, могла быть такая ситуация, что они как-то передайвили и уж... Хотя вот... А, ну там еще Гладсус подошел, видишь, там ассистик было есть, ассистик да. Есть. Ну там тоже явно интересненькая игра. Ну а мы начинаем такие Локомотивис против Lions. И наши с Максом, собственно, я, Камай, и со мной вместе Макис. Вот с этим Максом решил... О, я ультимейт аватарочка. Только что приобрел. Да, нового, такие с трех ремейков каким-то образом насобирал на ультимейт аватарку Алуны. Так вот, наше предположение было, что все-таки процентов 70-80 за Hellborn. Мы думаем, победит. Но посмотрим, может быть, новый составчик что-то и покажет нам в этой игре. Но то, что это будет нелегкой игрой, я думаю, процентов много. Но то, что Лайоны смогут выиграть, тоже вероятность крайне немала. Вот столько прекрасных скинов на Манги Кинга. Ну вот этот, зачем он купил именно этот? Ну честно. Ну может он именно его фаворит. Поворачивает Хаги въезд, я думаю, даже вчетвером не будет успешным. Хотя Блинк ее не самый далекий и очень большой кулдаун на первом левеле имеет. Ну собака догонит. Не найдут. Лайнап угадали мы, по-моему, правильно. Фленсом фан. Все фаны, кстати, у Hellborn. Смотри, Симпсон фан. Джонасом фан, Фленсом фан. Симпсон фан. Да, и это будет Хага на изи-лайне, Пирик с Манки Кингом на мид-лайне. Все мы правильно продумали. Хардлайн дерево и паразит лесной, причем офенсив. Ну, явно с ботинками только паразит. С ботинками только злой паразит. Красные ботинки, символизирующие злость. А вот такой свапчик. Да, неплохо. Ну, похоже, вот... что остановить фарм Гемини явно намерена команда Lions. На мидлайне был оставлен Кипер против Бабблса. Ах, вот она в чем встреча, очень оказывается. Стандартный мидлайн в нынешних реалиях. Суисайдеры свабнулись, да. Одни суисайдера на мид поставили против Манки Кинга, поскольку планировалось это, наверное. И теперь трипла вверху. Трипла вверху. Здесь Магнус. Будет неприятно. Да, Манки Кинг, конечно, будет фрифармить. Но вот как будет Хаги вверху против троих? Ну, Хага стоит суицайд. Да, суицайд из элайн Хага, и причем думаю, что фраг на ней получится. Ну, в принципе, конечно, Lions Esports Club очень крутые ребята, и состав у них достаточно мощный, и Хаг, по-моему, понимает, в какой беде она находится. Мне поэтому... кажется, Нова сейчас просто выпилит палками вот этот лес, чтобы она там даже близко не стояла никак. И вот отсюда где-то они будут стоять. Попытка въехать по Хаге сразу на первом левеле, и Хаг... Просто 80% хп. Это первый левел? Первый левел, да, первый. На втором это точно будет смерть. Бабус тут кипер вообще не оставляет. Звездочками его закидывает до смерти. Ну, кипер, кстати, тоже что-то пытается делать. Три крипа. Похуже ему, конечно, мид для него не очень удобный. Деревьев нет. Да, да. Бабусу на миде это полегче. Въезд по Магнусу профилактический, но пол хп. Деревья-то, понимаешь, они есть, но мобильности вот этой для крипов, которых ты раньше вообще... Ну да, Line от Вот, то Таур явно за кипера. Да ему повезло. Бабус, кстати, еще не выбрал, что ему нужно вкачать или второй, или третий. Не вкачал ни то, ни то. Куни самый неприятный фаул. Так вот. Ну, с другой стороны, кипер сейчас, наверное, купит какую-то, да, не знаю, базилку, и Бабл с руки его перестанет бить вообще как-либо. Он будет просто АФК стоять и фармить, у него с руки дэмэджа под топориком просто туча. Хаг все так же занимает осторожные позиции, все еще первый левел. Но против триплы он все еще не умер. Дерево, да, уже даже четвертый. Ну, когда его... Когда будут понимать, где он, чтобы так подойти втихаря, да, найдут, убьют. Он умрет. Он найдут, умрет. Убьют. Вот подставится ли он вот под такую ситуацию, вот это интересно. Киперу базилка, мне ботинки. Ботиночки. Интересно. Оно касается ганка. Ну, то есть он понимает, что там на топе трипла, и, соответственно, кто-то с него может прийти. Вот парень вышел, но вряд ли бы они что-то ему могли сделать. Да, 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 пытался Моа, кипер он в принципе даже без ботинок там бы выжил, но...
потерял бы много хп. Ну зато Баблс теперь становится сильным мидером. У него банка, он хорошо фармит, и я думаю, что он себя проявит в какой-то стадии игры очень скоро. Внизу какая-то все время охота на Магмуса, ему тут совсем не нравится. Магмус стоит против двух вот таких вот персонажей, он не захотел вкачивать тучу. Интересный выбор. Интересный на мидл. Где паразит там вообще? Он чисто фармит лес. Чисто фармит, ему пока некуда. Агрессивный паразит во вражеском лесу фармит лес. Ну ему некуда прийти, Баблса он не убьет, он понимает, Магмуса тоже особо не выйдет. В свой лес он не сунется, потому что его там найдут и либо прирежут, либо не дадут фармить. Да, ну а сейчас зато он приносит пользу команде своей, поскольку он фармит. Ну да, все что он может сделать, это фармить, соответственно. Магмус тоже интересная позиция. Как и у ситуации примерно единичная. Попытка въехать по Киперу на Форесту. Баблсом когда? Через одну секунду на вышел серф. Но Кипер уже в инвизе. Баблс шел серф тратить не будет. Парочку миссов на хайграунд. Немножечко решили эту ситуацию. Хотя не похоже. Все равно не забрали бы, да. Очень много армора. 12 армора. Вот эти два персонажа. Пятый, первый. Не пробивают. Вот что они могут сделать? Вот ничего. Там где-то летит дэмэджа по 10, наверное. Вот почти. Вообще нет. Зато шилсерфы пробивают хорошо. Хага? Серьезно? Да. Немного набравший сил, Хаг вышел и продамажил Гимини. Поднаплевало же. Магнус тоже прекрасно справляется. Его пирик все время ищет. А так, чтобы выгнать совсем уж и не получать. Да, третий левел он получил против даблы. И ботиночки вот его. Сейчас его вот Манги отъезжает, сейчас они его на стан разведут. А вот и стан, пиромастер вовремя успел остановить свой, и это будет Бладласт, хотя он был сделан все-таки на верхней линии. По фрагу обменялись суисайдлайнерами команды, но Бладласт достался команде Зомг, новая Локомотивис, и это 1-1. И причем сейчас как раз именно паразит дал возможность команде Хеллборна устоять по голде, потому что все еще лайны наравне по голде и выиграют по экспе. Чисто благодаря фармящему леснику Баблс дабл-дабл-дэмэдж. Вот теперь он может. Да, теперь что-то у него получается. Прикинь, вот это вот чувство, когда все, ты развел Магмуса на стан, значит, и ты сам его застанешь, значит, он труп. Сейчас First Blood, и тут ровно за полсекунды. QSQ нового. Бладласт. Магмус хочет крипа, но не получит. Отличная реакция от паразита. И симпа самфан. И экспу, и все получает. Бабус с ДД, конечно, гоняет кипера посильнее, хотя кипер так ни разу не умер. Он 6-й левел. В принципе, свою роль он тоже выполняет. От него, я думаю, многого на мидлайне против Бабуса и не ожидал никто. Манки Кинг купил Грейвлокет, помимо того, что у него есть Гост Марчерс. И вот это уже опасный Манки Кинг на самом деле. Даже не только на 6-й минуте, а и потом еще. Ну, у них с Гимини на 8+. У обоих уже почти по 40 крипов. У Манки Кинга уже есть, у Гимини скоро будет. Гимини тоже такой толстенький уже. Гимини перефармливает чутка. Хотя нет, посмотри. Хотя Легион... Легион взял Бладласт, но Гимини достал за только ассист. А Хеллборн, Манки Кинг и на пару крипов выигрывал, ну уже нет. Но все-таки имеет фраг. Там и в ГПМ разница, смотри, вообще ничтожно. Да, ничтожно. 10. Буквально 10. Смотри, когда кипер переходит в агрессию, он его так с руки просто неплохо напаливает. Действительно, с рук кипер явно побеждает. Ну, Баблса наплевать, потому что у него есть банка. Всю ману он сливает на Харас, соответственно, банка выхиливает и ману, и хп, и то, что кипер натыкивает с ручек, он выхиливает. Ну и все руны достаются пока что Баблсу. Да, ну ему Master of Arms помогает, а этому парню вообще руны не нужны. Ну, пока 1-1 и достаточно пассивная игра. Заключается она в том, что керри есть у каждой команды. В общем, задача сейчас их фарм обеспечить. Да. И что интересно, она получается у тех, у других фарм. Что у Гимини, что у Манки Кинга. Очень хорош. К Магмусу пришел Моа. Теперь вдвоем там стоят. Мне кажется, что зря Моа второго левела. Постоянный труп, если он с Манки Кингом встретится. Ветка его. Надо наблюдать за этим. Ну, на самом деле, вот этот кипер, мы просто видим, сколько Баблс ему отнимает хп. Это просто смешно на самом деле.
Вот два удара от Тауэра, это столько, сколько за 10 тычек получил кипер от... По-любому. Бауса. Манки Кинг прогрессировал по Магнусу, но не попал горой. Слишком далеко был пиромантер, а пирик был далековато. Ботинок, а вот Магнус себе купил. Хоть и умер, но купил. Тут Моа второго левела, я же говорю, одна встреча с Манки Кингом, и Моа как бы уже на базе. Угу. Ну, он, я думаю, смотрит на Лайн краешком глаза и мониторит ситуацию. Проблемы в Бабусе. Попытка, я забываю по Бабусу и с ультой кипера. Бабус будет умирать. Все-таки мидл-лайн Хеллборна, благодаря именно этому въезду от Паразита, достаточно перевернулся сейчас. Киперу полегче стало. Ну и 2-1. И мы видим, что это 2500 экспы и 1000 голды сразу же для команды Лайнс. Манки Кингу хотелось бы зарядить, наверное, Грейвлокет. У него маловато маны. Что-то потырит крипов. Эти все его боятся просто как непонятно чего. Вверху снова. А вы забрали тут въезд по Манки Кингу. Какой въезд? Что? Кто тут может въехать? Ну, стан полетел уже, знаешь. Рефлекторная фраза. Угу. Собаки две. Ну да, собака все, хорошо все, фармит. 5 на 6, дисбаланс. Собака уже, в принципе, при хорошем раскладе хагу заберет и сама. Хага, правда, 5 левел, Магнус тоже 5 левел, давайте их и сравним. 10 крипов на 8 крипов. Вот обрати внимание, Хага выясняла как суицид и все равно включал себе хаму на 2. Ой, да, всеми скиллами промазал, даже по крипам не сломал. Если бы у Магнуса был ассист, можно было этого пиромансера прирезать. А вот ассист идет, похоже это Мо с иллюзиями. Три мастера фармс, 3 третьего левела, да. Комбо. Кипер Ring of Sorcery. Ну, кипер сейчас, в принципе, кстати, если его вдруг с Мидас выгонят, то он пойдет в чужой лес, пофармит там. Ой, это достаточно не очень хорошее решение. Блин-то на один, и дэмэджа будет маловато. Конечно же, это будет фраг для Гемини. Это те удачные обстоятельства, о которых ты говорил. Ага. Нехорошо, нехорошо. Здесь еще и Баблс, ну паразиты не найдут. Будут ли ждать ТП-шку от кого-нибудь? Хаг придет, может, мне секунд через 7. И, наверное, сразу умрет еще раз. Ну, я думаю, когда он придет на лайн, он все-таки будет под тауэром тусоваться, но если высунется... С Баблсом, с ультой, с въездом, это точно фраг. Ну, он может просто успеть блинкнуться, когда увидит... До шелсерфа, да, может. Ну вот, а чего он не может, это если Гимини прицелится и с танчиком попадет, и там уже профоловер, тогда да. Супер быстрый кипер с ультой. Охота на нижнюю линию. Самый невидимый. О, это просто пуш. Причем 5 мэн. Причем Манки Кинг собрал арморный грифлокет и бафнул всем армор, то есть точно минус стал. Интересно, зачем Манки Кинг, кстати, столько армора. Как бы у Легиона особо физикал дамагеров нет. Ну да. Это обмен таурами. Ну и смотри, команда хорошо события всем. То есть не просто потеряли тауэр, а разменялись. Даже, кстати, там мидл на подходе. Ну, Хага, по идее, отгонит. Тут тауэр полный. Тут полный тауэр и Магнус с Моа. Че, Магнус пассивкой, Моа зеленкой, просто Моа третий левел. Пушеры того рода нет. Не, ну да. А пачки, естественно, они раскладывают. Ну вот эти ребята побыстрее. А вот эти ребята на тир 2 не могли. Потому что они сейчас будут делать с датиком. Задефают, хотя почти пол тауэра уже потеряли. Гриф отдали, Магнус ТП-шнулся, красная палка. Маленько пустили Леви. Не, вряд ли они заберут. Точно не заберут, но обрати внимание, уже еще но они могут, треть тауэра сняли. Могут файтиться. Хотят даже, дерево хотят, есть ульта. Ну то есть ты не знаешь, они вроде бы и убежали, но сгруппировались и на развороте где-то кого-то хотят поймать. Вот желтенький там в опасности, Магнус, Алунка. Алунку ваншотит сейчас. Алунка понимает, понимает. Ваншотит. Не, не ваншотит прям так быстро, но все равно Алуну, конечно же, заберут. С первым скиллом буквально паразита, и это фраг на нове. Магнус попробует что-нибудь сделать Манки Кингу, но вряд ли что получится. Ульта от Бабуса, ульта сразу же от кипера с другой стороны. Будет ли станут пиромастера, даже на удивление по двоим, он сам, наверное, такой большой успех не ожидал. Гемини забрали, у Хеллборна забрали пока только паразита. Что же будет с Манки Кингом? Ну это же Манки Кинг, что с ним может быть? Хэт-трик для Силкида, это, внимание, пиромансер. Пожалуйста,
Ну, я понимаю, файт уже кончился. А что может плохого случиться с Мангином, у которого 28 армора? Нет, я же говорю, физикал, ну, дэмэдж просто нет. Его могли пытаться раскастовать. Полетел пауэртроу, но никуда. Пиромансер, я думаю, сейчас вообще аплодировал от своих собственных удач. Как он попал по двоим станам в очень нужный момент. Я даже думаю, он сам не понял. Но тем не менее, 5-4 в пользу Лайонов, и ими был проведен неплохой тимфайт. Скажем так, по собаке, которая вот группируется в одну, станом попасть не так уж трудно. Но то, что Алуна ничего не сделала, это плохо. Ну да, начали ваншотом Алуны. Да. Ну, с другой стороны, новость имбуцы своих же нафармил, хотя уже и Хага 7-й левел против этого тимфайта, хотя пришла 5-м. Угу. Стимбуцы тоже взяла. Ну, в Хаге ситуация поправилась, у Нового и так все было хорошо, вот ровно до этих событий. Так, собаку планируют кастрировать. Да, охота на собаку, но ее нелегко будет убить. Мало людей. Гипер тут какой-то угрозы. На мидлайне явно что-то намечается. Попытка въехать по манкину. Даже с ультой Баблса сможет ли как-то задоджить. Обновлял немножечко. Супер КГЕ, да, немножко неудачное позиционирование на агрессивной, на чужой территории. Это просто, знаешь, смешная такая разница между тем, как он получает дэмэдж со скиллов, и тем, как он получает с автоатаку. Там кажется, как будто у него, знаешь, 1002 хп, что его не пробивают, а тут со скилла Баблса минус 20. Ох, а вот это уже может быть и камбэк, но вовремя Гимми не собрался обратно, хотя паразит подошел и закончил командную работу. Это фраг для команды Хеллборна. Еще один. Это уже вина собаки, потому что они забанили. На самом деле, если бы собака не собралась и пиромансер ультанул собаку, то она бы умерла даже без паразита. Кипер сзади подтянулся на всякий случай тоже. И Т1 Тауэр достается Лайерам. Новочка, правда, с командой пытается забрать мид, но я думаю, им это не удастся. Ну, опять же. Бублик. Убийцы товаров. Не, вот так вот этим закончилось все. Со словами я так не думаю. Он сгруппировался. Да ладно, будут пробовать забрать Манкинга. Неужели ульта от Баблса нужна будет? Нет! Не нужна. Магнус все-таки раскастал попытка контраинициации по Баблсу. Баблс успел спрятаться, тейкавер Гемини въезжает по пиромансеру, и пиромансера быстро очень забирает. Гемини сплит по собакам. Еще один раскаст по паразиту. Паразит сразу же в крипах. Ох, как повезло ему пауэртроу вернуться, но Гемини-то имеет кучу муспиды, догонит или нет? Вырубил деревьев, и у него... Все, теперь не надо. Дайнвиз просит, наверное, он у кипера, хотя просто немножечко отобрал муспиды. Кипер, ульта по Гемини, чем будут продолжать? Ничего. Да ничем. Ну, только что было вообще-то 5-6 в пользу Хеллборна. Теперь же новочка, хорош. Молодец. Паразит доджил и погиб. Так вот, теперь уже 8-6. Было 5-6, стало 8-6. Ну, очень хорошо провели файт на миде. Да, отличный камбэк от команды Легиона. Будет динай. В плане товаров очень сильно переигрывают их Лайонс. Да, Лайоны очень хорошо. Они разменяли тир-1 на тир-1 на тир-2, свой занимали, и тир-1 запушили, сейчас вот этот еще. Этот запушит, нижний Т2 тоже очень раненый. А он раненый, да, я забыл. В принципе, Кибер сейчас к нему может подойти и просто его забрать. Да, может. Может еще попарнуть чего-то. Ну, Лайна на самом деле в очень хорошей форме. Манкинг улетает дефать нижнюю линию. Здесь фармятся чужие эншенты. И вообще игра команды Лайонс в последнее время, да, в общем, начиная еще с Хонтура и их попадание на Хонтура, она была, и команда стала более-менее известной. И мы понимаем, что это ребята, откровенно говоря, профессионалы. Классная ульта очень. Дай ульту я пофармлю. Я же Магнус. Ну, Магнус хочет портал-кей, конечно. Манкинг, кого он тут встретил? Магнуса, на собаку. Гимини рядом. Ну, это была бы битва титанов, но... Вот битва титанов. Баблс... Арене. Битва титанов называется «Баблс не бьет дерево». Вот такая вот битва титанов. Дерево, тем более, теперь еще с астролабой, с Ring of Sorcery. Все, что надо, уже купил, в принципе. Кипер. Баблс
надо ознакомиться с магией огня. Луна, а Луна что-то пошла на нижнюю руну. Что там может пиромансер? Не опасно. Пауза от команды Легиона. Регенчик для Ванки Кинга, но его деть некуда. Пауза проходит, и новый сквад Бурбы пишет. То есть сейчас они должны вернуться. А мы пока что, кстати, заглянем сюда. 27-я минута. Frosh Friends против ВДТ. И ВДТ, кстати, немножечко не сильно выигрывают. 8-5. Но выигрывают все равно. Да, ну посмотри, там, с другой стороны, 18-я силка. Я хочу понять, какие шмотки там и у силки, и у этого медведя. И у Гимини. Да, это интересненько, но тауров у Легиона меньше на 2. Ты глянь, там кипер, у него очень интересная игра была. Кипер, кстати, да, не пригодился. Команде Хеллборна кипер действительно не особо пригодился. Он пушил, скорее всего. Ну и, в общем, 5-8-3 мы поэтому видим. Всего 5 килов и 3 ассиста у всей команды Хеллборна. Но, впрочем, что там взять? Там Wild Soul 0-1-0. Ну вот за вот эту игру, то, что мы только что видели, мы уже насмотрелись гораздо больше интересных каких-то вещей, чем если бы не смотрели. Да, полчаса 8-5, как бы у нас 17 минут и примерно идентичный результат. Действительно, но чем дальше, то есть я хочу сказать, что если через 10 минут мы заглянем в эту игру, и там все еще будет игра, а не уже результат, то, наверное, Hellborn может и выиграть. Все-таки Wild Soul нельзя забывать о том, что Wild Soul и Keeper остановить от пуша настолько тяжело. Это да. Ну, нужен соответствующий медведь с очень хорошим левелом, чтобы его не могли забрать быстро. Да, но одного мока ему, в принципе, медведь... сейчас...